Enhypen. Их дебютная работа Give and Taken. Малыши, вот они. Поехали. Чан Вун! Эй! Давление поднялось или чё? Братан, это самое. К врачу сх... Wake up in day one 첫날의 아침 조명이 비춰 태양의 눈빛 그 빛이 날 불태웠지 그 빛이 나의 눈 가렸지 뭐랄까 now 꿈을 쫓아 다빈처에서 놀라 수많은 star 수많은 dark 질문에 숨통을 헤매던 나 어둠 속에 저 빛을 따라와 Куда плакать? Все, дед опять башкой куда-то отъехал. Охренеть! Для дебютной работы по звучанию, по концепту, по клипу, по картинке, это же офигеть! Ой, я даже не знаю, как мне сейчас к этому подходить. Но в смысле, я думал, это будет работа. Я помню, у них был этот самый клип Drunk Desert, который мы... был для меня первым. И он в разы уступает этому треку. Хотя должен был как бы быть получше, хотя я не знаю, могу ошибаться. Но вот вау! Вау, позвучит... Блин, у меня... ну, короче, у меня пошли мурашки. Если они пошли, значит, это уже что-то это значит. Они даже не уходят. Ой-ой-ой, там Джей был на, там спереди на хоряге. Там это танцевал. Это прям... Уй. Хисын, ты так на меня не то самое. Не смотри. Я же это самое. У меня есть другой, поэтому, братик, сорян. Ладно, я пока сейчас еще... Надо тушки остыть. Есть маленькая информация... У нас скоро будет на канале в Телеге маленький конкурс на кое-что. Поэтому залетай по ссылочке в описании в наш канал, подписывайся. Скоро там будут некоторые условия, правила для, короче, конкурса. А теперь поехали дальше. Малой! Эти вот костюмы их, они похожи на то, что было в Fever. Так они здесь более такие, более черные, не разноцветные. Но они в них такие прям сух, хорошо. Пока вообще ноль понимания. Только я думал сказать, пока ноль понимания, где тут вообще что-то про вампиров. И, собственно, вот оно и происходит. Сану, Сану, так ты был первый. И время остановилось.
хоряга, ой, хоряга. Да не заберу я твою... Он показал свои клыки. Короче, это уже влетает в топ, наверное, 4 моих любимых треков от них. Но он очень звучит красиво, стилевенько. Вот прям приятно слушать просто его. По сюжету, я так понимаю, что нам показывали вот эти, где были сцены в такой в сепи, ну, короче, в пленке, скажем так. Это, видимо, было какое-то детство, где они... Какой-то, возможно, приют был или что. В который в конце они, наверное, пришли, и его, типа, там, пью, расстреляли. Хотя он слишком маленький был. Или то, что от него осталось. Или непонятно что. Но... Короче, вампирами, видимо, они стали там. Вопрос, кто был первый? Сану? Его ж прям показали. Ну, хотя не знаю. У меня есть, конечно, информация. Здесь у меня информация, ну, грубо говоря, на 6 листов. Ладно, на 5. На 4. Тут есть прям пояснение за сюжет, за, короче... Я их почитаю, конечно же, отдельно уже после реакции. Но мне интересно. Короче, охрененная работа по визуалу, по картинке, по звучанию, то, как я хотел. А скоро еще пойду смотреть. Кстати, мы сейчас смотрим Enhypen and High на Boosty. И там будет скоро дебютное шоу, где они выступали, тоже будем его смотреть. Поэтому, если что, ссылочка на Boosty в описании. И пока я буду читать текст, залетай в наш канал в Телеграме, там есть всякие интересные вещи, всякие спойлеры, скоро будут распаковочки, всякие мои мысли про некоторые вещи и т.д. и т.п. Ссылочка в описании на все. А я, короче, пойду читать и знакомиться. Скоро буду. Ну, да. Текст, короче, здесь написан нормально, со смыслом. И Хисын говорил про альбом так, что в альбоме есть эмоции, которые они испытывали как стажеры, которые скоро будут артистами, и как личности, которые становятся айдол-группой. Через нашу работу мы выражаем связь с другими людьми, открытие и беспокойство, с которым человек сталкивается в процессе роста. И вот все эти вот параллели, они в тексте присутствуют. Это вот становление, то, что вот они... Сейчас, попробую найти. Точнее, они это описывали так метафорически, как будто. Потому что вот я бродил по лесу вопросов и исследовал свету во тьме. Вот, как бы это вот весь как бы путь... Через все к этому вот к их дебюту и всему остальному. И сам трек, это, короче, он задает вопрос, что дали ли им возможность дебютировать, или они взяли его сами, эту возможность. Что тоже, в принципе,
в тексте проследует. Ну, это все проследуется. Проследуется? Прослеживается, господи. Потому что вот между отдачей и взятием пришло мое время доказать, мы столько ждали этого неба. Вот как бы все это есть. И тут есть такие строчки. Вот, просыпаюсь в первый день, утро первого дня, все озарено свет, там солнечный свет, там свет меня ослепил, прожег и все остальное. Пацаны, я помню ваше первое утро. И тут кто-то ушел спать в коридор, поднялся и упал в коридоре, лежит просто. Им говорят, пацаны, надо выезжать. Они такие, да. В коридоре, где-то еще, по всему, короче, дому, раз это самое. Вот такое было ваше первое утро, а не это вот все. Я смотрел, я все знаю. Да. У меня есть, опять же, информация по вселенной, я ее почитаю вот уже после реакции, чтобы больше понять про то, что происходило в самом клипе. И надеюсь, мне это как-то поможет. Вот. Как-то так. На этом все. Спасибо Арбу за информацию, довольно-таки подробную. Нашим бустерам, комментаторам, чатику, всем большое-большое спасибо. А я ваш сенсей, обнял, приподнял и всем пока.